В Орле не утихают страсти вокруг скандальной истории в больнице Боткина. Напомним, житель города записал жалобное видео на тему того, что не смог попасть на прием к врачу спустя 4 часа ожидания. Ведется прием к педиатру в больнице Боткина, город Орел. Вот мои дети резвятся, а на прием мы попасть никак не можем. Съемка велась в 9 часов вечера. Врач Тараненко поясняет, его рабочий день до 20:00. Для них плохой, для вас плохой, для всех плохой. Ребята, я жить хочу, я целый день затопканный. Я виноват, что у нас некому работать. Я один из 8 человек остался. Я обратился к заведующему отделения. Пожалуйста. Да, она просто развела руками и ушла. Она просто ушла. Заведующая ушла? Да. А что от меня хотите? После публикации записи в сети интернет общественность разделилась. Одни стали на сторону врача, другие поддержали автора видео. Ясно одно – конфликт не межличностный, глобальный. Ситуация с кадрами в орловских больницах плачевная. С этим согласен и новоиспеченный руководитель здравоохранения региона Иван Залогин. В настоящий момент силами департамента проводится служебная проверка по данному факту. Но предварительно могу сказать, что практически на треть только укомплектованы данное учреждение педиатры. Действительно, есть проблема. Пути решения, кто прав, кто виноват, я думаю, мы сможем ответить вам после проведения и завершения служебной проверки.